Всем привет, дорогие друзья и подписчики канала. С вами Валерий Хаус, и после столь долгого перерыва мы вновь возвращаемся к серии Resident Evil. Как мы помним, мы закончили на прохождение второй части кампанию за Клэр Редфилд. Сценарий Б. Ну что, поехали. Уничтожал Рэкион Сити. Лиан Кеннеди смог бежать из города, за ним следовал еще один человек, который остался в живых. Женщина по имени Эйда. Шпион, который ищет смертельный G-вирус. Однако, в это время Тиви... Эйда! Лиан оказался не единственным, кто выжил после инцидента. Девушка по имени Клара Редфилд приехала в город по своим делам. Она приехала выяснить таинственные обстоятельства, при которых исчез ее брат Крис Редфилд, член команды Stars Alpha. Только сейчас ее миссия стала проще. Просто выжить в кошмаре, который когда-то назывался Raccoon City. Ну вот и приехали. Блин, придурок. Какого черта он меня укусил? Есть кто живой? Hello? Привет! Привет! Hello? Слушайте, мне очень жаль, что я вас прервала. Только не подходите ко мне ближе, вы слышите? Пригнись! Нам нельзя здесь оставаться. Едем в полицейский участок. Там намного безопаснее. Сюда. Пристегнись. Хорошо. Что происходит? Этот город просто сошел с ума. Отлично. Радио не работает. Вы полицейский, правильно? Первый день на работе. Классное начало, да? Лайон Кеннеди, будем знакомы. Я Клара. Клара Редфилд. Мне нужно найти здесь моего брата Криса. Пожалуйста, открой бардачок. Конечно. Здесь пистолет. Возьми его. Осторожно! Берегись! Ты в порядке? Можно и так сказать. Блин, этот идиот гонится за нами. Беги!
Брайан! Я в порядке. Пробирайся к участку. Встретимся там. Хорошо. В одно и то же время, в одном и том же месте. Вам предстоит выжить в этом кошмаре, чтобы узнать правду. Так, как мы помним, мы появляемся с другой стороны полицейского участка. И сейчас наша цель — добраться до крыши. Так, там дверь у нас закрыта. Надо взять ключик. Давайте тоже побежим. Так вот. Ключ от щитовой. Прыгунчик. Патронов. Вот как раз здесь патрончики лежат у нас. Перезарядимся. Возьмем печатную ленту. Сохраняться пока не будем. Где-то прорвались зомби. Здесь у нас, по-моему, тоже ничего нет. Бегаем, не будем с ними. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то сильно разогнался. Эй, сюда, скорее. Я не могу здесь сесть. Я сброшу вам лестницу. Сбирайтесь по ней. Давай, давай. Убирайтесь. Отойдите. Не подходите ближе. Отойдите. Так, что нам нужно? Нам нужно пустить воду. Да, давление может повредить водяной бак. Нужно нам найти вентиль. Аптечка. Нету. Да, там дальше лежит труп. Там и есть патроны. Здесь птицы эти. По бырику. Быстро. Так, здесь еще лизун. Тоже пока с ним связываться не будем. Возьмем сразу печатную ленту. Патроны. Так, давайте почитаем. Дневник секретаря А. 6 апреля. Я по неосторожности сдвинула одну из каменных статуй на втором этаже, когда облокотилась на нее. Когда шеф узнал об этом, то чуть не убил меня.
Он орал на меня как сумасшедший, требуя, чтобы я никогда больше не трогала эту статую. Если эта штука так дорога ему, то почему бы ему тогда не убраться? Почему бы ему ее тогда не убрать куда-нибудь подальше, а не выставлять посреди комнаты? 7 апреля. Я слышала, что все предметы из его коллекции представляют очень большую ценность. Каждый экспонат стоит десятки тысяч долларов, даже не зная, что является большей тайной, где он достает эти ценности или откуда у него деньги на них. 10 мая. Я не удивилась, когда увидела, что шеф принес еще один экспонат для своей коллекции. На этот раз это была большая картина, на которой было изображено повешение какого-то голого человека. Меня совсем обескуражило выражение лица шефа, когда он любовался этой картиной. Не представляю, как такие ужасные вещи могут называться произведением искусства. Так. Так, ладно, сюда еще рано. Туда пошли. Пока с тобой рано еще. Аптечка. Смешать. По-другому. Вот так. Так, здесь у нас патроны, отлично. Что, давайте снимем. Вот у нас вентиль. Разберемся. Столом, по-моему, тоже лежит. Еще трава. Еще, по-моему. Так, сейфа пока у нас нету. Кода. Оставим его в покое. Так, лента. Сюда выходить пока не будем. И этого трогать тоже не будем. Зачем переводить патроны? Он все равно лежит. Возвращаемся к вертолету.
водички. Беги, беги, беги. Опа, успели. Вентиль пока оставляем у себя, он в дальнейшем нам пригодится. Что здесь кислотные? И все, да? Отлично. Взяли кислотные гранаты. Прибыл тиран из первой части, мы его помним, это финальный босс. Так, с ним тоже связываться пока не будем. У меня никогда не получалось пробежать мимо него вот так просто так. Он вечно меня задевает рукой. Так, давайте аптечку возьмем. Скинем ненужное. Ненужные у нас так. Вентиль тоже скидываем. Скидываем одну аптечку. Ножик. И гранаты скинем. Перезарядимся. Спустим лестницу сразу. Разберемся с ними. По-быстрому. Еще двое. Еще живой. Отлично. И берем медальон единорога. Медаль. Так, подобрали гранатомет. Гранатомет М79, боеприпасы, гранаты, укороченный ствол, ослабляет отдачу, сделано в USA. Берем ленту.
оставим, давайте. Взяли ключик. Да, кстати, вот что мы упустили. Взяли карту. Ключ-карту. Кстати, здесь лизун пропал. Не знаю, почему это так происходит обычно. Но он почему-то пропадает здесь. Так, здесь что-то у нас, по-моему, лежит. Еще лента. Ленты целая куча. Можем сохраняться. Так, взяли вот ключ, карту. Снова лежим. Еще успеем его прикончить. Двери.